Здарова, народ, с вами Кирилл Сакаст, добро пожаловать на канал Crypto Gamers. В этом видео поиграем в Illivium. Запустили долгожданные PvP-тесты проекта, можно потестировать, поиграть. Добавлю, что сейчас проводятся различные турниры, они без вложений, в них можно принимать участие и самое главное зарабатывать. И сегодня я как раз таки не один, со мной будет наш гилд-мембер, это Пан Тыква. На предыдущем турнире, который был на 2000 долларов, он занял третье место и заработал 200 баксов. Пан Тыква, здорово. Привет. Так, небольшую предысторию. Давай так, про себя расскажи. Тут у тебя, получается, есть канал с авточесом. Да? Какой проект, что у тебя позволил опыт, так скажем, занять в турнире третье место? И вообще много ты играл до этого в Illivium? Давай пойдем сначала. YouTube у меня по магическим шахматам в MLBB. На нем у меня сейчас 15к. До этого я играл в Dota авточес. Очень долго с него начинал. Фактически, как только появился этот жанр авточеса, я в него играл очень много. Оттуда у меня пошел первый турнирный опыт. Дальше TFT, авточес Origin. И после этого уже полностью переместился в Magic Chess. Так, а получается, смотри, ты в турик, чтобы поучаствовать, много играл вообще в Illivium? Не сказать, что я много потратил на это времени. Я посидел плотно один день. В день турнира я немножко переделал сборку, адаптировал ее под себя, под разные матчапы, сыграл где-то 2-3 игры и поехал в турик. То есть смотрите сейчас, друзья, в чем смысл ролика. То есть сейчас проводятся различные турниры. То есть вот был буквально 2000 долларов, пару дней назад был на 10 тысяч долларов. Но там проблема то, что СНГ, Украина, короче, они не могли принимать участие. То есть там Россия, да, как бы весь этот СНГ-сегмент, это какое-то внутреннее правило было. То есть турниры могут проводить сами Illivium. Бывают какие-то партнерские отношения. Сейчас будет турик вообще от Liquid, киберспортивной организации, на 100 тысяч. Пока еще не анонсировали, какие там будут условия, но как бы начинают проводить все турниры. И, соответственно, можно сейчас поиграть, поразбираться в игре. И как раз таки мы с Пан Тыквой сегодня, он немножко меня поучит. Вот эта дека, как раз таки он мне ее собрал. То есть все деки тут будут легко адаптированы. В плане, ты заходишь на сайте, там есть такой декбилдер, можно любые вот этих иллювиалов, предметы, все это собираешь, как бы, и запускаешь игру, то есть никаких проблем. Как раз таки под тыквы мы в телеге анонсировали то, что он будет вести еще от нашей гильдии, параллельно там телеграм, на ютубе будут выходить ролики именно по сборкам, потому что контента на самом деле здесь будет большое количество, и нужно уже адаптировать его под СНГ регион, потому что я думаю, многим будет интересно деки, сетап и так далее, как было, допустим, в Axie Infinity. Сегодня, кстати, эту деку понерфили, да? То есть сегодня вышел патч. Небольшой нерф вышел, сейчас как раз посмотрим, насколько сильно и как она будет себя чувствовать в ранкеде. Самое время затестить. Да, самый прикол то, что это скорее не классический авточес, то есть то, что все ожидали. Это больше какой-то автобатлер, то есть мы собираем себе изначально свою деку. У нас есть вот иллювиалы, то есть существа, есть всякие предметы, на которые мы можем одевать на наших иллювиалов. То есть они по-разному бустят. Соответственно, есть какие-то предметы на героя. И мы будем собирать синергию. И давайте запустим первый матч. То есть, ну, я думаю, один покажем, посмотрим по времени. Бои тут, кстати, недолгие, что самое прикольное. То есть, вот, показана дека противника. И давай, Пан Тыква, анализируй, потому что я без понятия, что это за дека. А у меня не видно. Не видно? Это топ. Ну, значит, будем играть по стандарту от коробки. У тебя не запустилось экран или что? Я вижу только, типа, Сакаст против какого-то Space Travel. Вот сейчас я вижу. Ну, это, короче, Discord плохо коннектит. Тут прикол есть то, что перед стартом матча мы делаем ставки на бонусы, которые можем дополнительно получить. И оппоненты их тоже делают. То есть у нас есть 4 такие жетона. Так, мне этого пока что не видно. Я только вижу сборку оппонента. Только сейчас. Короче, увидел. Я знаю... Отыгрываю через магму и файтеров. Короче, я делаю стандартный свой ход. Поскольку я плохо разбираюсь, это что-то забираю здесь, себе. Здесь у тебя в четвертую идет 3 жетона, а в третью один лучше отдать. Ну,
Это было бы сделать круто, но проблема в том, что у нас какой-то дилей сейчас произошел. Короче, у нас есть стартовые деньги. Я просто как бы не совсем уже новичок, потому что мы вчера поиграли, и он, в принципе, так рассказал какие-то варианты, которые можно делать. Я пока буду... Здесь у тебя есть два опенинга. Либо ты начинаешь с Атипо, которая стоит 25 монет, и 4 штучки ставишь, чтобы потратить всю экономику и сделать полукоробку для своего кор-героя. Либо второй опенинг у тебя это твой кор-герой. Плейс — это птица за 90, плюс вепон за 10 и обилка героя. То есть так у тебя более ударный матчап получается, но на старте ты теряешь хп. Вот этот вариант, который ты сейчас сделал, это более сейвовый, через 4 эмпатов. То есть тут ты хотя бы понизишь дэмэдж по себе, либо выиграешь раунд. То есть, видите, у нас как бы есть все карты, они у нас даны в начале и дано золото. То есть от этого мы как бы строим наш сетап. По факту, как бы я могу всегда ставить одинаково, то есть вот такую делать сообразную коробку, но от каждого соперника тут нужно по-разному будет выстраивать наш билд. То есть и может быть и старт, ну, как бы ситуативный, то есть нет прям какого-то золотого стандарта. То есть видите, первый проиграли, но это не показатель. То есть, естественно, выиграет тот, у кого хп останется больше. Дальше нас что? Мы играем, ставим... Дальше у тебя идет керри, да. Выставляешь именно птицу вовнутрь, в коробку. Это твой основной дэмэдж-дилер. Его нужно защищать всеми способами. После этого героя к нему, обилочку на птицу и оружие в героя. Тут, кстати, про счет обилочки. У героя есть плюс. То есть я выбираю, получается, какую синергию я себе добираю. То есть у нас как бы по факту, как это авточес, мы делаем какие-то синергии. То есть это может быть там ветер, земля. То есть мы сейчас, естественно, вдаваться в это не будем, потому что иначе это прям ролик будет там часовой, это минимум. Мы собираем себе... Больше по механикам. Да, мы просто показываем как бы основную часть игры, то, что здесь есть вот как раз таки сетапы. Ну, по факту это автобатлер с какими-то такими элементами, как и получился на выходе, нежели я там... Я бы сказал, это больше автобатлер с элементами авточеса. Ну, авточеса ККИ, наверное, такой прям 3 в одном какой-то получился микс. Да, часть ККИ здесь тоже присутствует. Ну, вот этот декбилд. То есть, этот декбилд, это как в любой игре. То есть, ты вначале построил себе сетап, скажем, ну, напрямую то, что ты, допустим, взял какую-то суперкрутую метовую деку, ты сегодня не будешь всех побеждать. Потому что бывает, как в любой карточной игре, архетипы... А, всегда есть контрпики, да, которые полностью контрят твою сборку, и поэтому... или иначе все упирается в камень-ножницы-бумага, но если двигаться по мете, если правильно расставляться, то даже в проигрышных на первый взгляд матчапах ты будешь чувствовать себя лучше. Давай, птица, тащи. Ну, это птица, что вы понимали, это как бы наш кэрри. То есть это весь сетап строится, по сути, от птицы и сборки 7 импатов. Так, дальше у тебя идет черепашка. Да, я помню, когда-то ее сюда надо ставить, чуть-чуть вот так, да? Немножко, да. Тебе нужно прикрыть коробку, чтобы она не расходилась слишком рано, чтобы черепашка впитала демо. А куда я поставить? Подожди, сюда или чуть выше надо? Чуть-чуть ниже от зеленого. Типа... Чуть ниже, правее. Да, вот здесь хорошо. Короче, это наш милишник. То есть мы сейчас... Мы делаем такую синергию, что... Это сюда, да, по-моему? Дальше у тебя кука, да. Так, и слоненок сюда. Куда-то. И слоненок у тебя слева... Он у тебя закрывает коробку. Так, у нас еще вот это, по-моему, да, надо воткнуть? Вот этот баф. Все верно. На это на вот этих, по-моему, ребят. Надо по 25, да? Да, это в ребят за 25. Тебе нужно немножко уменьшить энергию своих оппонентов. Все, жмешь ready. Короче, вот по факту мы сейчас собрали нашу сборку. Дальше мы будем улучшать предметами. Там замедление атаки. То есть вот эта коробка как бы нужна для того, чтобы защитить птицу. Птица, ее фишка... То есть у нее супер крутая обилка, ну, по факту это ультимативная способность, она накапливает. Она кидает такой торнадо, торнадо наносит урон и делает стан. То есть она может застанить, если по диагонали, там очень много, вот сейчас стан пошел по четверым, по-моему. То есть она каждый раз будет кидать вот эту ульту и станить, ну, сколько-то юнитов в зависимости от того, как он будет наш соперник выставлять своих существ. То есть сейчас стан вот проходит по троим. То есть это и дизейбл, и урон. И птица пока живет, мы как бы пытаемся ее защитить. А эмпаты, в чем их фишка, это вот эти шилды дополнительно. Шилды, восстановление здоровья и прочее. Ну, они такие, типа, жучий сетап. Вот, пошел второй раунд, получается, здесь можно взять ништяки себе дополнительно.
Я бы забирал четвертую в 3 и третью в 1. То есть мы сейчас ставим опять ставку, и дальше наш оппонент тоже выбирает то, что ему нужно. Он может как-то ломать нашу синергию. Допустим, мы понимаем то, что ему нужно, допустим, вот это третье. Я не знаю, я пока не разбираюсь, что они делают, но фишка такая. Мы можем либо забирать что-то, что усиливает нашу деку, либо то, что ломает его деку. То есть как бы не давая ему какие-то усилки. Это зависит, естественно, от хода, как будет идти игра. То есть что-то будет выгоднее под себя взять, что-то сломать нашему оппоненту. То есть, видите, мы тут забираем. Он играет нейтрально, просто 2-2. Ну, они-то многие, это новички. Дальше усиляем нашего кор-героя. Угу. Кстати, я вижу урон. Вкачиваем в него pure damage. Понерфили урон. Тут еще да, стоит там отметить... Да-да-да, немножко поднерфили. Тут еще стоит отметить, что все эти аргументы, либо можно их называть улучшения, как угодно, они опциональны, у вас есть всегда два варианта, поэтому у вашей сборки больше опций против разных сетапов сыграть. Дальше играем в минус скорость атаки. Ну да, так вот это получается... По ракетам даем черепашку. То есть мы когда ставим предмет, тут есть два выбора. Да, вот правая, это, короче, замедляет скорость атаки нашего оппонента вблизи этой черепашки. Тридцатку в куке, да, по-моему? Да-да-да, все верно. Так, ну все. То есть мы одели предметы, которые замедляют скорость атаки оппонентов рядом. То есть сейчас получается здесь они стакаются, и в итоге, если у него будут милишные существа, они... У него там как раз и милишные существа, плюс у нас запаковали нашего кор-героя на чистый дэмэдж, и до него не добраться, наш оппонент тоже юзает замедло, но на нашу птицу это не подействует, потому что милишники встретят, дальше он упирается в черепашку, рейнджа замедления ему не хватит, и наш керри спокойно справится, до него просто не доедут. Да, вот он сейчас начинает контролить, вот влетает стан опять, урон. Ну, кстати, вот этот сетап сейчас, чтобы вы понимали, его понерфили еще. То есть, именно вот сегодня. Сборку мы не стали переделать, потому что я этой сборкой хотя бы играл, там, игры 5-6 мы выиграли. То есть, я хотя бы уже примерно понимаю, куда что тыкать. То есть, чтобы не было такого... Как работает, какая позиционка. Ну да, то, что, типа, как ставить коробку, там, типа, сюда, не сюда, то есть, это такое. Так, вот здесь уже такой лыр. Дальше я предлагаю лишить его маны. Забираем первые грейды. Вот эти два. Да-да-да. Так, и куда тут? По всех, куда получится? Также, не-не, также раскидываем в юнитов за 25, только в разных. Угу. И правую, да? Правую ветку здесь дам. Так, потом нашего слоненка нужно тоже забустить на минус скорость атаки. Это такая синяя сфера. Тут самая проблема, это попасть. Тут слоненка, попасть, да. Потому что он мелкий такой самый. Так, у нас остается, видите, еще 7 золота. Теперь дальше идут аргументы тоже, вот которые первые, 40-30. И здесь тебе нужно в зеленого сначала отдать. Угу. Так, а что они делают? И правое тоже, да? Да, это мы понизим входящий урон по так, нам в небольшой области. Так. Здесь лучше бы фиолетового, но ладно. Ну, фиолетовый, да, он типа в середине. Но поскольку не стал перебивать, там надо куда-то воткнуть, уже таймер исчезает. А у нас, видите, сейчас мы первый раунд проиграли. Ну, зачастую, как я по наблюдениям, первый раунд очень проигрывается именно этой декой. Прям процентов 90-80, то, что я поиграл. Дальше уже сложнее. То есть мы набираем мощь, мы набираем предметы, понижаем скорость атаки, подхиливаемся, контролим. И в итоге выигрываем. То есть пошел контроль всякие. Короче, тут разбираться... Черепашка неплохо тут отрабатывает. То есть на ней очень долго висит его сетап, скорость атаки. Ничего не может. А рейнджовые юниты у него работают, но уже слишком поздно для него. Мы настакали себе белый армор, и ему становится уже крайне тяжело. Плюс его керри постоянно в стане. А за счет этого мы выигрываем лишние секунды для себя. Ну и, к сожалению, игра для него закончена. Да, ну вот на самом деле партии, чтобы вы понимали, они примерно вот такого плана. То есть они не супер долгие. Наверное, игры там, ну, до 10 минут. Это прям 10, я не знаю, это, наверное, что-то должно быть невероятно случиться, чтобы так было. Поднимаем рейтинг, то есть сейчас будем тренироваться, смотреть. Турниров, как я говорю, скорее всего, будет много, потому что все знают, что Illuvium — это такой самый хайповый проект, на который все равняются. Соответственно, с ним, я думаю, коллабораций будет много у
не только игр, так и каких-то фондов. Соответственно, как минимум, последить за игрой точно стоит. Ну и сейчас все пока без вложений. Это что касается вообще активности, которой присутствует пока в проекте до ее полноценного релиза. На сегодняшний день вы можете играть как минимум один локальный турнир, средний его чек будет составлять $2000, может быть 4, может быть 1000, может быть 500, зависит это все от организаторов. И если недавно конкретно от Illuvium'а был на 10 тысяч турнир, локальные турниры на 2000, на этих выходных пройдет небольшой турнир, это больше тестовый, на $500. В нем тоже можно попытаться принять участие, если еще остались слоты. Ну да, сейчас нужно будет мониторить, как минимум, потому что, чтобы вы понимали, там проводится где-то турнир, и там идет регистрация, то есть количество игроков. Как бы как он заполняется, соответственно, они его закрывают. Как бы просто главное успеть в какой-то момент. Информацию будем, естественно, постить. Я буду постить в своем телеграме. Пантыква, я уже делал рекламу на его ТГ. Кто хочет вообще врываться в проект, соответственно, подписывайтесь, потому что там будет информация и по гайдам, именно будет и видеогайды, и посты. По сборочкам актуальным, да. И непосредственно информация по турнирам, если хотите попробовать свои силы с более серьезными соперниками. Ну и плюс всякие новости, патчи и подобная актуальная информация по Illuvium'у. Да, это получается пока направление, которое сейчас будем тоже смотреть, потому что потенциал, сами знаете, у Illuvium огромный, это как минимум. Главное, чтобы они не облажались. Но это как и в любом Play-to-Earn проекте. Все ждут, а там дальше уже будем смотреть на дистанции. Пантыка, вот тебе спасибо, то, что показал, получается, вот, сборку, да, которую сейчас разорвал, да, потому что... Проблем. Ну, если так просто анализировать, вот зашел с нуля, тяжело пока разобраться. То есть нужно наиграть какое-то количество времени, потестировать. Соответственно, игра вот в целом, она интересная. Пощупайте игру, я думаю, многим она зайдет. Жду, конечно, полноценную версию на мобилу. Надеюсь, она будет, потому что от этого, я думаю, будет еще больше народу. Все-таки формат именно вот этого автобатлера, как по мне, он идеально подходит. Бои короткие, они не затяжные, потому что в тот же самый Херсон, а я помню, меты были, где там и по 30 минут можно было играть на мобилу, конечно, такое это было. А здесь таких партий нет, есть элемент фатига, то есть он как бы тебя постоянно периодически носит урон, соответственно, партии не дают затягиваться. На этом все, всем спасибо, пишите комменты и удачи!